В это воскресенье в Центральном парке состоится первый на Видновской земле фестиваль магии. Его участниками станут известные цирковые артисты, а также все желающие жители нашего района. Идея проведения фестиваля принадлежит всем известному в нашем городе клоуну Алексу, который предложил накануне фестиваля провести пресс-конференцию с организаторами мероприятия. Наш мобильный репортер тоже побывал на этой встрече. Смогут ли зрители узнать секреты фокусов? Чем отличается микромагия от другой магии? Эти и другие вопросы задавали участники пресс-конференции, а также предлагали себя в качестве фокусников. Миш, такого никогда в мире не было. Это первый раз в жизни. Ты такого не видел. Что ты делаешь? Нет, это не он. Конечно, в фестивале примут участие опытные мастера иллюзионного жанра, в профессионализме которых невозможно сомневаться. Посещение парка в этот день станет для каждого настоящим праздником волшебства, уверены организаторы.